пожалуй, стоит начать с того, что нам нужно уже идти в следующую комнату. И этой комнатой станет третья. Но давайте перед этим проверим, нет ли здесь еще потайных ходов каких-нибудь. Куда мы можем упереться? Вроде ничего нету. А значит, мы идем дальше. И вновь компьютер. Сеть недоступна. Поиск локально кэшированных ресурсов. А и фидбэк. Мы продолжаем обсуждать, что для нас значит искусственный интеллект и как бы он изменил наше представление о мире. Это превосходная тема, и я думаю, что мы разобрали ее по полной. Хотя о чем мы и поговорили меньше всего, так это об обратной стороне медали. Я имею в виду, что наша жизнь будет такой же, как и прежде, неважно с ИИ или без ИИ. Но вопрос, который, как мне кажется, стоит обсудить, даже чисто гипотетически, касается перспектив самого искусственного интеллекта. Каково это быть таким существом, внезапно появится на свет созданный кем-то в качестве эксперимента. Знать всю информацию о себе, знать точно, как ты работаешь, что бы ты думал о мире, разглядел бы ты его смысл, красоту, как бы ты обсудил о человечестве, а где ты видел свое место в великолепной картине бытия. Я думаю, мы должны пытаться поставить себя на место такого существа. Дорогая Александра, спасибо за ваш отзыв, но это курс философии, а не научной фантастики. И вот почему я почти отказалась от своих исследований. Team Leads. Нам сильно повезло, что у нас так много преданных проекту людей, но мы должны убедиться, что все они собраны на одной странице. Пожалуйста, обратитесь к следующим людям, когда... Александра Дриньян, руководитель проекта «Модуль ИИ». Надя, координатор института. Роб, программирование обеспечения EL. Тревор, оборудование EL. Джордж, модуль поколения. Алан, модуль сценария. Боб, модуль симуляции. Редия, неизвестно. Аврора, оборудование канала. Амар, программное обеспечение канала. Неизвестно. Ленинг, модуль технического обслуживания. Дэй Харрисон, диагностика. Фрэнк, модуль памяти. Джаред – файловая система. Сунь – сегмент Талоса, ранее известный как Сома. И хотя команда архива не является непосредственной частью нашего проекта, она делит с нами как физическое, так и цифровое пространство. Если необходимо решить какие-либо технические вопросы, пожалуйста, свяжитесь с их руководителем – Аркадием Чернышевским. Не бойтесь, он не кусается. Последний документ. Стратон из Тагира, 311-254 год до нашей эры, был греческим философом-материалистом, относящимся к школе перипатетики. А почитатель Аристотеля, он был сторонником эмпиризма и яростным критиком философии, которая ставила веру выше наблюдаемых истин. Несмотря на то, что он был непопулярен среди многих своих коллег за свой неприятный нрав, его записки, касающиеся Аристотеля, считались важной работой. Большинство его работ было утеряно при уничтожении Александрийской библиотеки. Выйти. Итак, нас ждет одна деталь впереди, здесь, здесь и там. Думаю, пойдем вперед. Заодно попробуем найти какие-нибудь записки. По рукам и ногам. С этого момента, возможно, я начну подтупливать и не знать, что же мне делать. Как можем заметить, тут есть... много чего интересного. И нам, видимо, понадобятся все эти. Все эти части, в связи с чем я могу судить. Пока! Отлично. Вырубить. Вырубить. Взять. Вырубить. Я не знаю, что меня ждет дальше, но на всякий случай я лучше возьму. Вот и звездочка.
которая нам, видимо, дала пропуск в ту закрытую дверь. Несложные пока что задачки, на данный момент они действительно несложные, но, как я слышал про эту игру, там будет очень много разных и довольно сложных задач. Припрятано на потом. Пока что ходим, изучаем. Вот здесь нас выпустят, отлично. Я уже видел там одну из деталей. Плохая идея. Ее надо чем-то залочить. Чем именно, сейчас мы подумаем. Закрыто. Пробежать вблизи не получится. Стоять максимально близко к ним вполне можно. Прошел, как говорится, на грани. Ключики. Отлично, они мне пригодились. Так, знаю, где ключики. Мы можем спокойно пройти туда. Но не сейчас. Как только она откатится обратно. И вернуться. Берем ключи. Быстро возвращаемся. Так. Деактивация. Забираем. Нам это надо. В принципе, между самими минами пройти несложно. А вот пройти мимо пушек довольно проблематично. Но мы выполнили это задание. Итого, мы открываем уже ворота Би. Пойдем сюда, я думаю. Пока что все решается неплохо. Кстати, здесь записка. Понятно, что я не первый, кто идет этой дорогой. Вообще, мне кажется, что этот мир был создан сознательно. Но чем? Голосом с небес или какой-нибудь другой силой? Мне тоже пока что это не ясно. Запер меня, поглотил ключ. Угу. Так. Мы можем пройти вперед. Но нам нужен ключ. И ключ находится здесь. Этим ключом мы открываем дверь, забираем установку. Далее выключаем эту установку, забираем эту. Отлично. Пробираясь внутрь. По стандартной системе продолжаем отпирать. А вот и сокращенный путь. Отлично, мы вышли. Мы уже нашли довольно много сигил. Кстати, здесь довольно красиво. И создатели очень детально проработали над всей своей игрой. Мне это нравится. Последняя, красная деталь, нарастающая проблема. Что ж, попробуем угнать ее туда. Ничего сложного, я думаю, в этом не будет. Пока прощай. Теперь мы свободны от этой мины. Ну вот, что нас ждет дальше? И это вопрос. Это тот вопрос, на который я не знаю ответа. Впрочем, я могу судить, что мы сможем поднять отсюда
наше веселое изобретение. Да, действительно. Что не может меня не радовать. Что нас ждет далее? Далее нас ждет запертая дверь, помимо которой можем найти что-то интересное. Например, мину. Еще одну мину и ключи. Взяв ключи, я больше ничего здесь не нахожу. Ну да. Более здесь ничего нету. Впрочем, я могу ошибаться. Пока мина не вернулась, мы уходим отсюда. Так как у нас есть ключи, мы их используем и открываем. Ну вот далее я вижу проблему. Ключи-то есть, но установка-то одна. Здесь точно больше нигде нет установки. Давайте посмотрим. Как идет построение. Если я выйду сюда без установки, то, скорее всего, я не проберусь обратно. А это мне не нужно. Да хватит падать уже с этой лестницы. Видимо, мне придется забрать установку. Я долго ждал, когда творец возьмет меня за руку, пока не понял, что он вел меня все это время. Я понял, что мне не надо просить его о помощи, мне надо помочь самому себе. Здесь достойные могут обратиться за советом к моим благоверным посланникам, но их мудрость не дается легко, ибо свершить деяние должен ты сам. Совет моих благоверных посланников следует заслужить. У тебя есть ответы, они нужны мне. Давай договоримся. Ни один посланник тебе не поможет, пока не откроешь место их упокоения. Вернись сюда, чтобы попросить у них совета. Ага. То есть красные нам пока открывать рано. Хотя я попробую это сделать. Не так. Определенно не так. Но нам показали, как это сделать можно. Грубо говоря, отсюда мы можем заблочить вот то оружие. Так, я помню, чтобы взять ключи, нам нужно пробраться вот сюда. Естественно, взять ключи довольно легко, вот пройти дальше.
Да, если я ступлю туда, то мне кранты. И так, кстати, ее забрать не могу. А что если... Хотя там все равно получается, что мне нужно две их. Или как-то с одной, с помощью одной закрыть две сразу. Но я взял. Умер, но взял. Ха-ха-ха-ха. У нее есть некоторая реакция. Ладно, пойдем далее. Так, здесь мы взяли все. Итак, теперь мы можем попасть в закрытый уровень. Да, вот он. А вот хрен там. Для этого нужно еще больше различных сигил. То есть мало того, что мы нашли звезду, мы должны найти кучу всего остального. Итак, что же это такое? Сюда. 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 Сейчас вы открыли... Что-то непонятное мы открыли, в общем. Ты многое можешь узнать в храме моем, ибо многого ты еще не знаешь. Именно поэтому ты дитя. Но детей заставляют учиться, и со временем они становятся владыками своей земли и своего дома. Так будет и с тобой, и родом твоим.